Приглашаем вас на матч первой испанской лиги. Юрий Розанов и Василий Соловьев на комментаторской позиции. Мы готовы, футболисты тоже. А вы? Что скажешь о гостях, Василий? В этой команде чувствуется рука тренера. Здорово он подготовил своих ребят к сезону. Они штампуют победы одна за другой. Я даже сомневаюсь, что за оставшееся время они смогут растерять такую блестящую форму. Думаю, надо бить и забивать. Пошла борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча. И вот он, перехват и возможность уйти в контратаку. А вот удар, а это гол. И 1-0, однако. И 1-0. Один удар, один гол. Пока 100% КПД. И уже через 5 минут после начала матча единичка на табло есть. Ну, с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена. Как передача. Но и быстрее, быстрее. Ну, всякая контратака – это очень быстрое мероприятие. А когда быстро, то и ошибок больше. Вот так и получилось. Будет гол, наверное. Защита бдит. Вот шанс забить. Подозреваю, что голкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. Так, молодец. Вот хороший проход. Задумано было здорово, но задумка эта была прочитана, а мяч перехвачен. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Думаю, надо бить и забивать. И не дают пробить. Не дают пробить, очень грамотно блокируют удар. А ведь было очень опасно, если бы не этот парень. Глядишь, и гол сложился бы. Ах, какая передача не прошла. И все, конец атаки. Или вернее, начало другой со стороны соперника. Неужто не забьем? Хороший. Я бы назвал это и потерей. Варианта обостряющего игрок не нашел. Анюков. Вот это мы и называем плотностью игры. Вот неплохой вариант для того, чтобы быстро перейти в контр. И не получается у команды провести быструю контратаку. Вот. Ну и вот в шахматном порядке меняются команды в плане владения мячом. Окончательно свой вердикт арбитр еще не объявил, он только остановил матч. И по мнению арбитра, наказание должно быть, ну скажем так, предпоследним. Желтая карточка. Опасный, неплох. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Удар! Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Просто аут, просто из-за боковой. Ну и вот комбинацию можно... Абсолютно точно арбитр контролировал ситуацию, все видел и свистнул действительно, когда было нужно. Желтая карточка игроку стенки за то, что двинулся к мячу. Обидный горчичничек, но в следующий раз будет стоять на месте, как вкопанный. Выручил команду и потешил зрителей. Вот такие броски голкиперов всегда дороги тем, кто приходит на футбол. Вот. Хороший шанс для контратаки. Получится ли она? Последний пас перехвачен и атака закончена. Пасует. Есть с кем отыграться. Казалось бы, уже игрок сейчас вот-вот окажется на газоне, но нет, продолжает борьбу. А иногда говорят, атака идет по вертикали.
Сбрасывает мяч. Атакующая сторона. И великолепный отбор. Какой прошел хороший пас. Повнимательнее надо быть защитнику, конечно, в передачах. Сейчас в аут, потом в ноги сопернику, а потом куда? На ровном месте практически мяч потеряли. Не удалось сохранить мяч прорвавшемуся игроку, и он переходит соперника. Тоже, между прочим, вариант возобновления или, наоборот, продолжения атаки. Аут. Чем хуже? Уходит от соперника, как от стоячего. Так рванул. Не стал долго думать, просто выбил мяч из штрафной. Неточный пас или защита сыграла здорово, а вернее всего и то, и другое. Все правильно, есть адресат для паса, и пас следует. В каждой атаке голы не получается. Свободный удар с угла вратарской, разыграет защита. Анюков. Пас партнеру, продолжается атака. Дениса. Не худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный, но соперник-то мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Это шанс! Ну что ж, вздохнем и посмотрим, как команда угловой подаст или разыграет. По-моему, невнимательно просто действовал игрок. Срезался мяч с ноги и ушел за боковую. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Ну же! Прострел неудачный, но прострел — это всегда риск. 1-0 после первого тайма. Все-таки этот ранний забитый гол, может быть, повлиял на наше восприятие, а может быть и по сути, так сказать, да, придал уверенности забившей команде, и в первом тайме при перевес ее ощущался явно. Тем более, что другая команда явно была не готова к такому развитию событий. Для них этот гол — настоящий шок. Хороший отбор. Не смотреть никуда, просто выбить мяч и все. Думаю, надо бить. Ну давай! Дениса. Волкот. Едем дальше. И атака флангом здесь не получится, мы это уже видим. Это очень опасно. Пока еще не удар, но вот-вот он будет. Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Ай, уже хотелось сказать, какой гол, а гола-то нет. А между прочим, пас был настолько прекрасен, что, наверное, мог бы спокойно остановить мяч, а не бить в касание.
А до ворот не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Забирает мяч соперник. Неплохая идея, но, однако, исполнение хромает. Это потеря. Вот передача. Как говорится, заходите в следующий раз. С этой атакой все уже закончено. Дениса продолжает команда атаку развивать. Подавай, не думай, там партнер. Пока все очень здорово. Ну и атака завершена. Перехват — это уже атака соперника. Думаю, надо бить. Опасно! А ворота-то были совсем рядом. Какой же защитник молодец. Случился рикошет, и, естественно, вполне что мяч в ауте. И игра продолжится после введения мяча из-за боковой линии. Вот иди знай. Не нравится тренеру игра. Своей команды, или он видит способ с помощью вновь прибывших как-то обозначить слабые места в обороне соперника. Демичелис. Волкот. И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Я не очень люблю выражение «атака захлебнулась», потому что не футбольное оно. Но вот здесь иначе не скажешь, так оно и было. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Вы знаете, статистика владения мячом, если на длинную брать, на протяжении года, двух, до каждой команды больше-меньше константа, больше-меньше одинаковая составляющая. И говорит она о философии игры. Ну, а партнер кому отпасует? Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь же. Явный технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет выбрасывать мяч из-за боковой. Грамотные замены – это путь к победе. Поглядим, какие тактические инновации произойдут с появлением этого игрока. А партнер не так уж далеко и открыт. Вот ему и пас. И какой уже по счету неточный пас от этого парня. Денисов. Опаснейший момент. Жест арбитра красноречив. Мяч ушел за лицевой удар от ворот. Два новых игрока вышли. Так, молодец. Продолжается атака, достаточно короткая перепасовка.
Думаю, надо бить и забивать. И вот он, удар по воротам. Ну и потянуть время тоже не мешает, потому пауза может быть велика. Так и уходит. Ну и давайте подумаем, чем он сегодня отметился больше, чем полученным горчичком. И это гол! Гол! Вот такой вышел матч на кураже от первой и до последней самой минуты. Да, мы смотрели, такое впечатление, на игру одной команды, потому что другая ничего поделать-то и не могла. Ну и вратарь примет участие в игре на уровне полевого игрока. Дениса. Матч окончен. Практически всю игру команда искала счастье у чужих ворот, и, похоже, соперник не до конца был к этому готов. Ну, когда на тебя так неожиданно и красиво нападают, конечно, можно и растеряться. Так оно и произошло.